Друзья мои, всем огромный, большой-большой сладкий ксюшинский привет! Сегодня я для вас снимаю вот этот роскошный, ярко-красный макияж, который можно спокойно использовать без губ, сделать губы более нейтральные, который можно сделать на корпоратив, можно сделать на сам Новый год, можно сделать на чей-то день рождения новогодний, такой осенний, да, наверное, тоже как вариант. Вот, макияж сложный, но очень интересный, в то же время быстро выполняется, особенно будет интересно тем, кто начинающий визажист или уже профессионал. Напоминаю, что я всех жду к себе на курсы ежедневно в Санкт-Петербурге, в Москве в январе, также жду на курсы онлайн, по скайпу можно пройти курс, и на сайт justformakeup.ru, ссылочка под видео за бюджетной классной косметикой, которую я выбираю специально для вас. Приятного вам просмотра! Буду использовать Dior Skin Star, это увлажняющий не Forever, а увлажняющий тон 031 и BB крем от Clarins номер... Консилер Clarins, также под номером 00. Пудрой будет наша прозрачная рисовая пудра Pie с моего сайта, моя любимая пудра, всем клиентам нравится она очень, всем моделям у нас на занятиях, потому что она очень легкая и отлично выполняет свою функцию, не забивает поры, это тоже... Скулы, конечно же, палеточка Renaissance Glow. Не забываем, что Makeup Revolution компания выводит эту палетку с производства. Непонятно для чего, конечно, потому что она у них замечательная. Осталось последних где-то штучек 50, можно купить на нашем сайте. Вот, у меня в офисе, в том числе, если вы собираетесь ко мне на курсы, вот этим вот потрясающим приятным оттенком я делаю скулы. И отсюда беру хайлайтер. Тоже классный хайлайтер. Базу буду использовать NYX белую под тени кисточкой с нашего набора кистей плоской для консилера. Ей же я немножечко подчеркиваю бровь. У меня бровь сделана краской. На профессиональном курсе я показывала еще и брови. Эва Косметикс, который называется Дуохрома, к сожалению, естественно, в процессе моих переездов из города в город с курсами немножечко побилась. Вот, но я теперь ее возить с собой не буду, оставлю ее прямо здесь в офисе. Рефилы там, кстати, если что, меняются. Я беру отсюда вот такой вот розовый оттеночек. Такой он очень красивый. Розовый цвет. Очень ужасно. Я ее беру. И наношу полностью на все подвижное веко.
такой вот тинта, точнее, это помада из NYX CMLC06. Называется она NYX Cosmic Metallic. Красная, это редкость. Там у них, поэтому она сразу будет видна. Как помада она хороша, но еще она не менее хороша, как тинт. Я нанесу на самый центр. Ну, в принципе, он поярче. 0,48. Такой вот этот. Далее, для затемнения немножко я возьму Inglot JLO. Вот такой вот красно-коричневый цвет. Положу его, естественно, ближе ко внешнему уголочку. Растушевочной кистью из нашего набора кистей. Козочка очень хорошая. Тушует супер. Также ей, как вы видите, можно класть какие-то оттенки. Сразу немножечко вывожу. Пришло время немножечко пигментиков. Синартовский 45-й пигмент, который называется Orange Red. Я кладу на переход тинта и темного цвета. Очень интересный номер 3 пигмент Синарт Magic Red. Он абсолютно белый и отливает в красный, когда вы уже наносите. Наносим ближе ко внутренней части. Я бы назвала этот макияж супер красный, супер классный. Немножко подбровку этого же Magic Red. Пигмент Adjust с нашего сайта. Пигментики очень красивые. Я буду использовать на низ. Он такой. Видно, да, какой интересный. Под номером. Давайте искать. 02. FBL02 называется номер. Из нашей палеточки с новогоднего набора NYX я беру коричневый этот оттеночек. Вдоль ресничек, на внешний уголок чуток, буквально капелюшку. Абсолютно приподнять уголочек кисточкой для консилера. Просто кисточкой для консилера. Немножечко его повыше
определить. Сюда пойдут нюд губы, да, и сюда, в принципе, тоже пойдут красные губы. Сейчас попробую вам это доказать. MAC помада Feel So Grand. Сюда однозначно еще можно бровки немножко взъерошить, но у меня они прокрашены краской, поэтому так просто не получится. Всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что этот роскошный образ украсит хотя бы один Новый год или хотя бы без губ, но с такими крутыми глазами. Я всех очень люблю, всех жду к себе на курсы ежедневно в Санкт-Петербург, Москва, январь. Казань или Воронеж пока еще выбираю, тоже где-то январь-февраль. На сайт justwomakeup.ru за косметикой из этого видео, из других видео. Бюджетная косметика, хорошая, профессиональная, которую я выбираю специально для вас. Доставка в любой город, в любую страну. И все жду к себе на канал. Спасибо вам огромное за просмотр.